Рококотра и Курова «Ясная горка». Птицефабрика «Пермская» выпускает 230 наименований продукции под этими известными брендами. 85% мяса бройлера в крае производится здесь. Каждый месяц предприятие поставляет на рынок региона более 2500 тонн продукции. Такие объемы стали возможны после масштабной реконструкции. Буквально в 2015 году у нас произошла реконструкция, после чего установили оборудование фирмы «Питер Сайм» бельгийское. Соответственно, увеличился процент вывода, выводимость на 5%. В 2004 году птицефабрика вошла в агрохолдинг «Прода», и на предприятии начали масштабную модернизацию. Была проведена полная газификация, построены модульные котельные, организовано собственное кормопроизводство, закуплено современное оборудование. Инвестиционная программа будет реализовываться и впредь. Основной упор это будет направлен на то, чтобы продолжать модернизацию, реновацию предприятия, для того, чтобы и расширять узкие места, увеличивать площади, применять современные инновационные технологии как основного производства, так и вспомогательного, чтобы получать лучшую себестоимость, ну и готовить там вкусные продукты. Региональные власти такие планы поддерживают. В 2016 году птицефабрика «Пермская» получила почти 9 миллионов рублей господдержки. Всего же на развитие птицеводства в краевом бюджете ежегодно закладывается 65 миллионов рублей. Их направляют на субсидии, возмещая сельхозпроизводителям часть затрат. И дальше мы будем поддерживать и сельское хозяйство, и в особенности такие высокопроизводительные предприятия, предприятия, которые производят продукцию и на пермский рынок, и поставляют в близлежащие регионы. Вот. Ну и предприятия, которые активно инвестируют и создают рабочие места и повышают заработную плату. Это для нас самое главное в крае. Всего же в этом году на развитие сельского хозяйства региона из краевого и федерального бюджетов выделено 3 миллиарда 150 миллионов рублей.